Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем в God of War, ребята, продолжаем приключения Кратоса. Решаем офигительные головоломки. И вот очередная, мы прилетели сюда на гарпиях. И теперь нужно, похоже, закрутить вот этот рычаг. Сейчас узнаем, что здесь будет происходить. Какой-то механизм сработал, и блоки опустились. Это, похоже, просто ворота. Идем вперед, и все. Вот и вся премудрость. И в путь... Навстречу к новым приключениям. Это какие-то скорпионы, ребята. Я еще не видел, здесь не было в игре таких. Ну давай, ладно, фиг с ними. Скорпионы так скорпионы. Подожди, я не то оружие хотел взять. Ручищами будем разбивать панцири скорпионом. Вот. Вот о чем я, да, вот так. Что-то вас много, ребята, здесь. Весь коридор заполонили. И не забываем забирать опыт, потому что опыт здесь очень нужен и можно прокачаться. Кстати, можно прокачаться, сейчас узнаем, что будет. О, перо, третье перо Феникса, отлично. Жертва принята. Улучшение магии. Все, супер, мы все больше и больше развиваемся. Что можем улучшить, давай глянем. А где эти ручищи-то? Я хотел их улучшить, или у меня уже они полностью? Так, полностью развиты. Полностью развиты. Мы клинки Кратоса так и не улучшили. А это вот новое дали оружие нам, бич Немезиды. Я еще им толком не пользовался. Но, в принципе, можно его попробовать улучшить. Или же клинки. Клинками вообще редко пользуюсь. Ладно, давай Немезиду будем улучшать. Отлично. Так, а как ею пользоваться? Вот они, клинки, да? Тоже можно пробовать. В принципе, разное оружие подходит везде против разных, может быть, мобов, так сказать. Крути давай. Куда-то уехал, все, вниз. Сейчас узнаем, сейчас посмотрим, что там будет. По пещерам. Я любитель по пещерам лазить, поэтому все нормально, идем. Ну-ка, надо здесь посветить, мне кажется. Совсем не видно. Вот-вот-вот, поярче сделаем. Головой, когда светишь суперударом, все здесь быстро освещается, все сразу. Еще светанем, давай еще светанем, что, не проблема. Все равно темно, да? Так, я клинки не хотел брать, давай что-нибудь другое. Кстати, опыт стал еще быстрее набираться, потому что уже уровень сложности... ботов, так сказать, увеличивается потихонечку. Они уже, вон, помощнее становятся. И их много. А, нифига ты спрятался, а? Слышь, бесхребетный, я тебе сейчас... Знаешь, что скажу? На меня не надо нападать. Ну-ка, давай, супер, пошел, вот. Магия же у нас увеличилась, все отлично. Не-не-не, хорош, разошелся что-то. А я там все взял? Ну-ка, давай посмотрим. Может, еще куда-то можно сходить? Ну-ка. Нет, все, больше ничего нету. Ладно, идем с фонариком. Фонарик очень часто выручает. Но здесь уже светло. И я пробираюсь дальше. Так, давай. Сундук, это хорошо. А, у меня здесь жизни целые. Не будем брать, пока вдруг пригодится. И письмо. Давай зачитаем. Запись в дневнике. Сердце лабиринта покоится на великой цепи. Уравновешивающий Аид и Олимп. Если одна из сторон отпустит цепь, баланс сил, контролирующих лабиринт, будет навеки нарушен.
И как водится, страдать от этого будут смертные. Дедал, день 3674. Дедалу, похоже, больше нечего было делать, как только вот писать какие-то записки. Ладно. Не, ну он молодец, конечно. Пещеры. Слушай, а мы же здесь были вроде с этими кубиками-то, а? Что-то мы делали. Ну давай продолжим нашу головоломку. Или это мы в похожей какой-то комнате были? Ладно, сейчас узнаем. Кто-то висит на цепях. Дар Аида, жидкий огонь. Он мне нужен сначала, потом мне понадобится дар. Ледяной дождь. Он даст мне силу вернуть моего сына. Ага, что-то болтает. Ну его не слышно, ладно. Ну и подходите, ребятки. Ой, блин, подожди, ты сильно-то так, не надо на меня буксовать. Погоди, я сейчас по вам стрелять буду. Тихо, чё ты разошёлся? Не, надо с ними в рукопашку идти. Потому что с лука это все бесполезно. Да хорош ты, чё так кидаешь-то? Есть, хватил. Пролез под ним и удар сверху, ребята, все. На этом все, он... А, не, да, все, он лег. Да отойди, не кидай в меня, подожди. На обратную. Он меня зацепил, так. И сверху. Слушай, их что-то много здесь. Циклопов этих. Я тебя что, не добил, что ли? Погоди. Меня сейчас прибьют их дофига здесь. Есть, готово. Может быть, аптечка есть? Ну-ка, подожди, ребята, вы чё? Еще один лезет. У вас что-то вообще много. Ну-ка, тормози, подожди. Надо с ними быстро расправляться, потому что времени нету, они просто ползут и ползут. А, вот! Вот в чем был прикол, ребятушки. Ну бей, что ты стоишь? Я теперь рулевой этого тролля. Одноглазого. Как бить? Они меня сейчас изобьют так всего. Ну, добивай. Все, похоже, все. Нет, еще не все. А, ну все, вот теперь все. Надо мне еще такого взять, как-то залезть на него. Мне бы хпшечку пополнить. А то меня так... А, подожди, может, сундук стоит. Не, ну, там по-любому не то. ХП там не дадут. Да стой ты, че ты? Иди сюда. А, он все. Не кидайся на меня так. Как же мне с вами тут бороться-то? Столько много... Во! Почему? Я же нажал, все нормально. Он меня сбил, походу, да, с ног? Второй подошел и сбил. Есть, готов. Ну, аккуратно. Не надо так крушить здесь. Эй, подожди, дай. Жизни мало, ребята. Что делать-то? Но он один, в принципе, остается, если сейчас еще кто-нибудь не вылезет. Да нафиг, а? Дай я ближе подойду, подожди. Все получится? Есть, хорошо. Слег. А теперь мне надо, ребят, хпшку. Вон лежит сундук, все отлично. И здесь сундук давай заберем, здесь какой-то... А, здесь даже два сундука, ничего себе, давай забираем. Отлично, рок Минотавра, ну надо еще один. Надо еще один. Давай. Глаз Горгоны, но надо еще один. Надо еще пособирать. Ну хорошо, в принципе, два сундучка таких и нормально. Собрали, как говорится. Полетели. Зачитаем письмецо. Зевс всегда заглядывает мне через плечо. Даже когда его нет рядом, я чувствую его присутствие. Кажется, сердце лабиринта будет и ключом, и замком. Или замком, подожди. Последним оплотом судей Аида.
Но я обещал, что если не получу своего сына, сердце лабиринта будет скрывать лишь разрушение и хаос. Дедал, день 3287. В общем, он боится Аида этого. Так. ХПшка вся восстановится? Да, все отлично. Куда на этот раз? И что, лететь надо? Я, мне кажется, не долечу. Не долетел. А как же там перепрыгнуть-то? А может, туда и не надо? Или за что-нибудь цепануться. Где тут можно? Не за что. Ладно, разберемся, ребята, уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.